Первый в стране. Сегодня карагандинский филиал Национального центра повышения квалификации собрал работников образования со всего Казахстана. Республиканский семинар направлен на совершенствование работы педагогических кадров. Проблемы учителей изучал Антон Александров. В прошлом году 17 региональных институтов повышения квалификации педагогов объединились в одно целое. Теперь Национальный центр Орлео работает по международным программам. Собрать всех региональных руководителей, представителей Министерства образования не только, решили для одной цели – определить стратегию профессионального роста педагога. Сегодня изюминка нашего семинара – мы выносим на обсуждение коллег новые модели повышения квалификации преподавательского состава институтов. То есть сегодня мы хотим вместе с коллегами с регионов, это директора институтов, заведующие кафедрами, методисты, значит, управление образования, сертифицированные учителя кембриджской программы. Мы хотим обсудить, какой должен быть преподаватель, который будет в дальнейшем учить учителей. Республиканский семинар будет проходить в Караганде на протяжении 2 дней. Томить присутствующих докладами о достигнутых результатах не стали. Уже сегодня после обеда собравшиеся со всей страны педагогические работники разделились на 2 группы. Одни будут формировать идеального преподавателя, другие – совершенствовать мониторинг качества повышения квалификации. В результате 2 секционных встреч должны прийти к общей стратегии развития школьных педагогов. Повышение заработной платы идет через повышение квалификации. Вот ты повысил квалификацию, сдал тесты, получил сертификат, и ты имеешь право, если 3-й уровень – это 30%, 2-й уровень – 70% от заработной платы, естественно, 1-й уровень – 100%. Надбавка к заработной плате. И это большой стимул повышения статуса педагога. И в этом отношении большая работа делается АО «Орлео». Сейчас действует специальная программа переподготовки школьных учителей. Методику разрабатывали совместно с Кембриджским университетом. В прошлом году ее ввели по всему Казахстану. За это время в нашей области уже около 500 человек смогли пройти переподготовку по новой методике. По всей стране эти курсы прошли около 8 тысяч школьных учителей. Антон Александров, Виталий Силин, Артем Ковалев, 5-й канал.